Знания тогда были культом для исламской цивилизации. Он видел и чувствовал больше, чем просто человек. Он слышал Вселенную. Бухара была центром культуры, науки. Человек, завещавший миру откровение о здоровье. Эта книга стоит намного дороже, чем золото. Мастер исцеления, прошедший путь длиною в вечность. Уникальные факты из жизни гения, мудрость древних рукописей и мнения видных ученых и деятелей мира в документальном фильме пресс-службы президента Узбекистана «Авиценна. Канон бессмертия». Скоро.